Привет всем выжившим после Нового года, поздравляю вас с прошедшим праздником, желаю вам всем здоровья, счастья. И главный вопрос, вот мы пережили Новый год, мы жрали в Новый год, ну я не знаю конкретно про вас, я лично не жрал, потому что ну я не сильно его праздную по тем или иным причинам, это не важно, да, но все же, что же делать, как быть бариатрику, тот, кто пережил Новый год и пережил его жестко, да. Те, кто жрали, набрали по парочку килограмм. А есть, может быть, некоторые знак, кто до сих пор жрет, да? Жрете? Скажите честно. Но это так, для прикола. Теперь, что же делать бариатрику после Нового года? Ребят, в принципе, не надо ничего придумывать. Все очень просто на самом деле. Скажем, те бариатрики из нас, которые делали операцию 5 лет тому назад, 6, они прекрасно знают, что если вы набрали там килограмма 2-3, вы можете через пару дней, то есть их сбросить обратно, потому что наше тело привыкло уже быть в каком-то тонусе, да, иметь какой-то свой вес, и переживать, в принципе, не надо. Что я могу посоветовать? Ребят, просто кушайте так же, как вы кушаете обычно, и просто добавьте чуть больше ходьбы, вот и все. Не надо бояться, пережить Новый год можно легко. И это в принципе круто. Я специально не хотел снимать никакое видео до Нового года, лучше сказать после. Ребят, не надо придумывать колесо, его уже вместо вас придумали. Я знаю, что есть многие сейчас скажут, Женек, но надо то, надо все, надо больше двигаться, это понятно. Но если вы не хотите двигаться, больше просто перестаньте паниковать и продолжайте кушать те порции, которые вы обычно кушаете, ваша порция должна составлять примерно размер одного одноразового стаканчика. Вот и все, каждые 3 часа. И все будет хорошо.